Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу легенда 2,5 на 5. Но от нее будет только каркас. То есть смысл в том, чтобы на базе теплицы такой построить навес. Будет крыться поликарбонатом монолитным крыша и форточка торцевая. И устанавливается алюминиевая дверь левая в перегородку. То есть у теплицы будет навеса 2 метра, это как бы закрытая часть, и 3 метра открытая. Пока строим каркас, обо всем потихоньку. Каркас будущего навеса установили, закрепили, выровняли по уровню. Также установили алюминиевую дверь, переливы, верхний конек, отливы в той части, которая будет закрываться наглухо досками в дальнейшем. Здесь будет проходная часть, здесь переливов, отливов не требуется. Все, сейчас осталось покрыть крышу. Завершили монтаж навеса, который сделан на базе теплицы Легенда, 2,5 метра шириной. Передняя часть без торца, то есть здесь будет вход. Дальше перегородка, вот это открытое место. Дальше все будет зашиваться. Вот этот двухметровый цех будет зашиваться доской, как я понял. Здесь алюминиевая дверь. И форточка в торце зашита монолитным поликарбонатом цвет бронза. Точно такой же, как на крыше. Вот такой классный навес. Каркас сделан с профильной трубы 40/40. Покраска полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Закреплено все к деревянному основанию, под ним бетон. Поликарбонат, как я уже говорил, цвет бронза. Толщина 3 мм, монолит. Вот такая отличная, отличный навес у нас получился. Рядом стоит теплица, очень похожа, потому что тоже сделана легенда. Это уже настоящая теплица, легенда. Под стекло 2,5 метра ширина. Это очень сильно на нее похожий навес по форме. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы. Всем пока.